Аресты лидеров турецкой оппозиции и журналистов вызвали возмущение противников действующих властей. В Стамбуле в субботу прошла массовая акция протеста против репрессий. Ее участники скандировали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны в создании фашистского государства. Полиция предложила демонстрантам разойтись, но те не подчинились и оказали сопротивление. Для разгона митингующих стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Более спокойной и не столь многолюдной получилась акция протеста в городе Диярбакыре. Там митинг прошел около офиса фактически обезглавленной Демократической партии народов. Собравшиеся аплодисментами выразили солидарность с арестованными политиками и журналистами. Не скрывают своего гнева в связи с проводимой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом политикой многие турки и курды, проживающие в Европе. На манифестацию в немецком Кёльне вышли более 6 тысяч человек. Эксперты опасаются, что рост напряженности в отношениях между двумя общинами, а также между сторонниками и противниками Эрдогана, может перекинуться и на Германию. Сотни людей вышли в субботу поддержать арестованных турецких политиков и журналистов на улице Парижа, Марселя, Афин и других городов Европы.